Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья. Мы находимся в ГУМе, главный универмаг Москвы. 1893 год. Приехали сюда, вы смотрите, какая елочка красивая. Очень красивое место, тут очень много туристов. Но приехал я сюда не один, а вот с этими молодыми людьми. Геннадий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. С приездом вас. Спасибо. Геннадий Борисович приехал по приглашению телеканала. Вы увидите, услышите, поймете, по какому. Приехал к нам, но я не мог оставить Геннадия Борисовича одного с Давидом. Это внук, кто не знает Геннадия Борисовича. Не мог оставить, естественно, когда узнал, очень сильно обрадовался, приехал. А дальше сами посмотрите, что будет. Будет очень интересно. Геннадий Борисович, как вам ГУМ? Как вам Москва? Москва впечатлила, конечно. Я рад, что Москва строится, набирает обороты. Не только Москва. Я вот ехал с самого Донбасса, иначе когда заехали в Ростов, за Ростовскую область, и увидел, что все строится. Да. Россия цветет и пахнет. Да, да, да. Так что Америке... Привет, большой зам. Да, да, да. Не поставит на колени Россию. Никто не поставит никогда. Да. Геннадий Борисович, мы сейчас пойдем, если вы не против, на Красную площадь. Конечно, но икру есть хочу... не будем, да? Нет, не до икры. Не до икры, да. Дорогие друзья. Когда закончится... Отметим, все закончится, да. Тогда будем есть икру. Все, с ложками прям, деревянные ложки, так по-русски. Да, 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 да. Дорогие друзья, мы прошли на прогулочку. Геннадий Борисович, вы не были в Москве, да? Нет. Геннадий Борисович не был в Москве. Покажу ему все наши достопримечательности. Покажу, где наше министерство все находится, да, Геннадий Борисович? Руководство, где наше... Давид, ты тоже не был? Не, моя мечта была. Твоя мечта сбылась. Девочкам привет. Дома всем привет. В следующий раз обязательно с девочками приезжаешь. Конечно. С сестрами. Ну что, Геннадий Борисович, пройдемте? Конечно. Мы на Красной площади. Дорогие друзья, если ветер шумит, прошу прощения. Я не слышу, только на повторе могу услышать. Вот мы пришли с Геннадием Борисовичем и Давидиком на Красную площадь. Геннадий Борисович не был. Посмотрите, какая тут красота. Прогуливаемся, показываем Москву. Пойдемте к дедушке Ленину, посмотрим, пойдем. Где он лежит там, Геннадий Борисович. А, сейчас Давид захотел сюда. Дорогие друзья, все ознакомил, вам показал. А, мы на прогулочке, в Москве минус 13 градусов, погода комфортная для прогулки. Чуть-чуть руки подзамерзают, а так все нормально. Дорогие друзья, морозный вечер, гуляем, все показываем. Давид с интересом смотрит. Геннадий Борисович сам с интересом все смотрит. Посмотрите, адрес какой. Сейчас я вам приближу, как Красная площадь, дом 1. Маршал Геннадий Борисович, памятник маршалу Жукову, полководцу нашему во время Великой Отечественной. Ну, не мне вам рассказывать, я просто людям рассказываю. На лошади. Вы не против, Олег Сергеевич, чтобы я вам подарил с Донбасса нашу скаковую, русскую скаковую лошадь, чтобы вы здесь приходили, радовали этих деток. Только верхом на лошади это... и рядом, чтобы были борзые. Да, борзые с Донбасса. Это то есть по Красной площади Геннадий Борисович. Меня сразу в дурдом заберут. Ну, надо поставить людей на голосование. Я ваш подарок давно принял. Как раз маэстро обожает лошадей, Ювенали. Ну, вы же не будете икру красную есть. Я буду лошадь тоже красной икрой кормить. А как без этого? Геннадий Борисович меня еще подкалывает с этой икрой, и черной, и красной. Все, договорились, Геннадий Иванович, обязательно подарок. Нет, приму. Только как надо только... обязательно. Да, пойдемте, заодно давайте холодно. Давайте поставим людей на голосование, и да. Они вас выруют от вас. Да. Вот, человек стихотворение рассказывает. А то, что звездами отмечено, и что при жизни был гоним, всяк славе и беде не вечен. И мы последуем за ним. Так в чем же праведность и святость, когда планета грубый Марс, в том, что...
что от ворогов проклятых он в страшный час Россию спас. В том, что Москву врагу не отдал, да нет, конечно, не один, а после Днем согнал от Волги и показал, как брать Берлин, что даже будучи в опале, был для врагов страны грозой. Святая жизнь, святая память, победа миг, а завтра бой. Мы в бой пойдем по-русски, твердо, прощанье, ой, славянкам нет, нас вновь зовет святой Георгий. Вставайте, Родина в огне! Браво, браво, браво! Спасибо, можно от Донбасса вам сказать спасибо. Очень хорошо, вас отскомнили, моя мама хорошая. Я сам Донецка. Спасибо. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. Низкий поклон. Служу Советскому Союзу. Я тоже. Служу Советскому Союзу. Удачи вам. С наступающим Новым годом вас. Вам всего доброго. С предстоящим. Пока. Спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Вечный огонь. Геннадий Борисович захотел к вечному огню подойти. Я его привел сюда. Стоит. Вечная память нашим героям, павшим за нас, за нашу родину, нашим дедам, прадедам. Геннадий Борисович, к сожалению, сейчас 18:10. Следующий, они, караул будет меняться, очень красиво меняется караул. Меняется через час, то есть 20:00. Но час стоять на морозе, я думаю, смысла нету. Я вам потом покажу. Спасибо. Все, пойдемте. Да, я не хочу, чтобы вы замерзли, завтра идти. Маэстро, ты где, маэстро? Нашатырный спирт есть, маэстро? У меня в глазах рябит, троит. Ты просто не представляешь, маэстро, это что за красавица? Просто не понимаешь. Я от запаха чуть с машины не... Я 3 раза выходил с машины, чтобы ты понимал. О, Геннадий Борисович, Геннадий Борисович. Что, он мне сказал, там нет запаха. Это... А? Там завтра как? Завтра? Где? Ты в студии? Mm-hmm. Тебе не все равно, как там будет? Маэстро, посмотри на него. Привет, красавица! Привет! Да, она, что ли? Давай борзым пустим туда сразу. А? Так, посмотрите, пустим. Дорогие друзья, это скунс. Пойдем проверим, как будет? Да не. Ну давай зайдем, поверим. Она не, она... Ты не представляешь, как каждый полицейский, маэстро, лежащий, который я попадал, она боялась, походу. И этот, да-да, запахи. Я останавливался, выходил. Посмотрите на нее, дорогие друзья. Смотрите, я первый раз вижу так сблизи скунса. Девочка. Посмотрите, нюхать. Маэстро, достань, пожалуйста, тут. Возьми за тут. Так, надо сейчас ее в порядок привести, маэстро. Она никогда не купалась. Неудобная клетка. Никогда не купалась? Не, никогда не купалась она. Ну и как мы ее будем купать? Не знаю, маэстро. Ну, Геннадий Борисович попросил, я же не могу отказать. Я-то понимаю, но как ее, блин, она может укусить? Скунс не кусается, по-моему. Я спросил. Маэстро, они такие большие должны быть. Дорогие друзья, как вам скунс? Почувствовал запах? Ты представляешь, я ехал с этим запахом. Маэстро, давай тогда окна не закрывать, ничего. Пусть так останутся, проветрится, я не могу. Ты просто не понимаешь, ты сейчас, если откроешь дверь и сядешь в машину, ты не представляешь, у тебя как голова кружится начнет. Геннадий, зато Геннадий Борисович нам кое-что подарил. Завтра он тебе расскажет, будешь выбирать. Я говорю, Геннадий Борисович, посмотрите на нее, дорогие друзья. Фу, иди подойди поближе, почувствуй. А ты думаешь, я каменный. Представляешь, как я ехал? Я как будто пьяный ехал, маэстро, за рулем. Дорогие друзья, теперь я знаю, как пахнет скунс. Чувствуешь запах, да, Ирина? Она мерзнет. Давай пойдем. Дорогие друзья, сейчас домой заведем его. Мерзнет. Дорогие друзья, время 12 час. Вот она здесь. Все дела сделала, которые нужно или не нужно.
Посмотрите, какая она чумазая, грязненькая. Вот посмотрите, какая она, какая сейчас станет. Здесь вроде запаха дома не дает. Может, и холодно было, поэтому так, на машине было тепло. Нюхать, нюхать, смотрите, принюхивается, принюхивается, все нюхает, нюхает. Ну, сейчас будем в душевой, вот мы сейчас будем ее приводить в порядок. Сейчас посмотрим, что получится. Дорогие друзья, только подошел к ней, вы просто не представляете, мы с маэстро смеемся, он говорит, я только поел, меня вырубит сейчас. Я не знаю, кусается она, не кусается. А как я вытащу ее отсюда, маэстро? Не так, Олег. Так, вот, а когда запихнули ее сюда, подожди. Не так, Олег. Вот как не так, вот. Вот так, он и сказал, подожди, проход. Так, маэстро, он и предупредил, говорит, проход здесь маленький. А как мы ее вытащим отсюда? Да не выйдет, ты держи, вы что? А ну держи, маэстро. Держи, снимай. Не, давай на клетку, я жалко животное. Так, это что за клетка? Да. Так, она будет на передаче вопросы задавать, маэстро. Я буду. Нет. Вот, смотри, какие клетки маленькие. Видишь, вот они открываются, смотри. Вот и все. Давай попробуем вытащить. Кусается? Ты куда кусается? Не знаю. Я не знаю. Давай попробуем. Пусть. Не, вот не кусаются. Кусается, маэстро? Геннадий Борисович не кусается. Кусается, я же знаю, что он не кусается, блин. Ну и что ты сейчас предлагаешь делать, что? И как мне сейчас ее надо, глядя, вытащить, а? Геннадий Борисович, вы сейчас спите в это время, да, Геннадий Борисович? Она не выйдет с этой клетки, она не выйдет отсюда, маленько, пока не запихнули, я не понимаю. Надо сейчас разбирать эту клетку, по-другому мы ее не вытащим. Жалко, мы ее замучаем. А? Держи, сейчас я сделаю. А Геннадий Борисович не кусается, как не кусается, цапнул у меня. Сейчас, дорогие друзья, отключимся, подумаем, как сделать. Все, дорогие друзья, поднимается, слава богу. Она кушает, как она кушает? Так. Че, опять не поднимается? Она курицу кушает, прикинь? Да я его. Курицу? Если она курицу кушает, то да. Фу. Майсна. Эй, куда пошла? Давай сюда, иди сюда. Она уже понимает, да? А? Понимает уже вас? Да, я в машине с ней договорился, чтобы она себя хорошо вела. Да, я ее возьму. Возьмите. Вот, посмотри, какие когти, маэстро. Посмотри на когти какие. Сними он когти. Смотрите, дорогие друзья, что тут творится. Фу, как же ты воняешь. Фу. У меня аж вырывает, мой. Я сейчас задохнусь, не закрывай дверь. Ну, она уже. Майсон, ты чувствуешь запах? Сейчас она выйдет оттуда, Лев. Я еще только с хуса не купал. Посмотри, хочешь выйти. Посмотри на когти ее. Ну, подожди, надо очень аккуратно, не дай бог, цапнет, это все. Все, понял. Ты уже наел. Что такое? И ей уже понравилось, да? Конечно, да, она. Смотри, как она. Ты же знаешь, когда я начинаю купать, чуть не сказал женщина. Это сучка, дорогие друзья. Так, помоги мне шампунь, да? Хуй, блядь, вот вам. Положи. Нет, положи, неудобно. Хватит нам этот бачок. Не знаю, я попробую.
Надо еще. Сейчас я первый свой смою с него. Она не беременная случайно, нет? Я не знаю, мать. Я в них не разбираюсь. А как ее зовут? Тося или Тоня, как-то так. Ну, по имени надо войти. Тонечка, Тосечка. Ну, смотри, сразу. Ты посмотри на когти ее. Молодец. Молодец. Ай, ёб твою мать. Прошу прощения, дорогие друзья, я извиняюсь. Цапнул за руку. Цапнула? Да. Ну, за палец. Это уже серьезно. Мастер, что только мы с тобой не перевидали, а? Подожди, Тося, Тоня. Тося, успокойся. Это тебе самое. Душ, потом... Ханам запрещен. Давай я тоже бассейн кинем, кстати, в бассейн, знаешь, чтобы там лёва. На очень плавать. Давай, отключай, забудем её помыть, потом... А, да, отключи, помой. Дорогие друзья, сушим нашу королеву Тосю. Вот, маэстро. Руки скользят. Сейчас надо высушить, потому что она сама не высушится. И потом буду кормить, подключусь, покажу вам. Дорогие друзья, помыли. Посмотрите, как она заблестела, как она красивая стала девочка. Ты куда хочешь забраться? Иди сюда. Покажись, какая ты красивая стала. Мы подружились с ней, да? Покажись мордашку. Я не знаю, можно так брать или нет, извиняюсь. Покажу вам сблизи, кто не видел. Вот такая девочка. Все отмыл, высушил. Шерсть блестит, посмотрите, какая красивая. Ай, толстушка такая. Ой-то, ой, как она ходит красиво, ой. Сейчас я ее бананчиком покормлю. Сейчас клеточку ей сделаю новую. Это безобразное видео, но в дорогу везли, что. Эту сейчас уберу, ее промоется. Сейчас привезем новую клеточку, коверчик. Ковер, не коверчик, это что, как он там, палас или что там. Коврик, прошу прощения. Ой, да, что ты? Все, уже запахи не пускаешь? Мы подружились с тобой. Ты красивая девочка. Тося. Тосенька красивая девочка, да? Завтра на передачу едет. А девочки чумазенькие не ездят. Да. Должна быть красиво, так блестеть должна. Вот так блестишь ты. Да, Тосенька, смотрите, я ее глажу, она уже не кусается. Моя девочка. Моя красавица. Посмотрите, мы подружились с ней. Цапну? Дай лапку. Дай лапку. Да когти покажи, как люди. Все, мы с ней подружились. Сейчас я еще покормлю, она в камины будет, дорогие друзья. Ушки закапывай. Ты моя мордочка, сладкая мордочка. Зубки остренькие. Ну не кусай, пожалуйста. Все, мы же договорились, не будем кусать. Мы договорились, все. Все, моя красавица. Пойдем, Тося. Тося, ко мне. Тося, ко мне. Тося, давай, иди сюда. Давай, молодец, Тося. Ко мне, Тося. Ай, молодец, Тосенька. Тося. Тося, пойдем кушать, Тося. Пойдем, девочка, пойдем кушать. Тосенька, пойдем, иди ко мне, молодец, Тосенька. Ай, красавица, Тосенька, походи. Пойдем в камин, пойдем. Сейчас маэстро клетку принесет, пойдем. Посмотрите, какая красивая, посмотрите. Ой, как она ходит. Там закрыто, Тося. Там что, не видишь, что ли? Не могу понять, не видит. Ой, Тосенька освоилась. Запахи нам ароматные больше не оставляет пока. Ой, ты красавица. Тосенька красавица, Тосенька красивая девочка, Тосенька хорошая девочка. Пойдем, сейчас тебе место новое сделаем, спальню, все чистое, коврик чистый, бананчиком тебя покормим. Давай, девочка, ну, маэстро идет, аж слышно. Пойдем, Тосенька, пошли. Давай, иди ко мне, иди, Тося, иди сюда. Тося, дай мордочку, покажи, как сейчас. Я с девушками вообще язык очень быстро нахожу. Да. Пойдем, Тосенька, пойдем, не ломайся, все. Пошли, моя девочка, пойдем, не ломайся. Дорогие друзья, я там, по-моему, матом ругнулся. Я уже не помню, где. Я прошу прощения, на эмоциях было. Я извиняюсь. Но это вырвалось реально. Ну что, маэстро? Все, видите, дорогие друзья, клетку поменяли. Новые коврики ей постелили. Она отдыхает, будет здесь спать. Окно не открою ни в коем случае, чтобы, не дай бог, ее не продуло. Сейчас мы ее покормим. Сейчас я ей положу вот сюда яблочки.
Яблочки, вроде мне сказали. Вот. И я, банан, да? Я отдельно банан положу. Маэстро, а завтра это говядину надо вытащить? Или индейку, курочку, что-нибудь вытащить, она такое есть. Не, она да. Курицу любит. Курицу любит, да. Но мы можем ей положить, там, чтобы она поела курицу, говядину разные, вот так в миске положить, чтобы она разные ела. Вот это оставлю здесь, чтобы ей так перебора тоже не было. В туалет. Ее выгуливать надо, интересно, маэстро? Ну, конечно. На поводке? Ну, мы можем и так, без поводка. Так, аккуратно. С собаками. Самое главное, базу в карман закинуть. С собаками, короче. Да, маэстро. Вместе с собаками. Ну, красиво стало. Посмотри, какая чистика. Хотя моя девочка кушать будет, а это как вкусно. Да, запах. Да, на. Иди, посмотри, ты будешь кушать? Ты видел, маэстро? Ты видел? Ой, господи. Смотрите, аккуратно, она на вас злилась. Пищевой агрессии нет. Посмотри, не дает, смотри, охранять. Кушать, конечно, хочет моя девочка. Кушать хочет она. Давай подсветим, чтобы люди видели, как они блестят. Поближе сними, маэстро. И так видно. Нет, тут ты спину снимаешь. Убери руку. Посмотрите, как жадный. Она голодная была, маэстро. Она, походу, эту курицу, то, что у нее лежала, она не ела. Ну, она стрессанула, а сейчас она искупалась, душ. Душ получила, думала, все, я дома уже. Ты знаешь, что же? Здесь то, какие зверюшки бывают, они все. Они быстро. Ну да, к нам быстро проводят. Знаешь, кто к нам приезжает, маэстро не хочет уезжать. Расходятся быстро они. Да. Посмотрите, как она есть. Посмотрите, дорогие друзья. Это на банан хочет. Подсвети вот эти твои. Банан, банан. Посмотри, она жадно ест. Смотри, как жадно ест. Банан. Сейчас приближу. Как помочка. Чавкает. Чавкает, да. Голодная была. Ну, маэстро, во-первых, искупалась, ей легче стало. Все чистенько, аккуратненько, опрятненько. Покушать ей вдоволь есть. Завтра мясом утром покормлю. И все, пусть отдыхает. Ты видишь, запаха нет, маэстро, сейчас? Ну, еще день. Маэстро, а если она тоже привыкнет, две лапы? Не пускала. Скажи, а ей, пожалуйста, если она тоже две лапы поднимет и к тебе встанет, что будем делать? Дорогие друзья, чтобы вы понимали, время сейчас 1:00 ночи, а мы с маэстро любуемся, с кунцем любуемся, маэстро, нас реально в дурдом с тобой когда-нибудь заберут. Посмотрите, как она жадно ест, ну ты ж моя красавица, душа на здоровье. Все, дорогие друзья, ролик у нас получается длинный, борзый, на студии едем, я думаю, что мы поделим его на 3 части, 1, 2, 3 серия. Еще ничего не... Очень много себя сняли интересного. Также юмор, интересное. Приезд Геннадия Борисовича. Ну, все засняли. Я думаю, что после эфира мы это все склеим. Думаю, во вторник выйдет первый ролик. Вторник, четверг и суббота. Не забывайте, пожалуйста, оставить лайки. Посмотрим во вторник, как лайки пойдут. Кстати, да, посмотрим лайки, если во вторник не пойдут, четверг, в субботу не выставим. Как, куда мы ездили с Геннадием Борисовичем, о чем говорили. Да, все, маэстро, согласен с тобой. А, 5 шантажиров. Дорогие друзья, на этом все. Пусть наша девочка покушает. Сегодняшний день подошел к завершению. Нам самим надо готовиться. Утром рано мы едем с Божьей помощью в путь. Следите, увидите. Можем ложиться уже, собираться потихоньку. Уже не ложится, да, через 5 часов вставать, 6. Все, всем спасибо большое. До свидания. Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья. Завтрак приготовлен. Обожает бананы наша Тосечка. Мы выезжаем. Еще раз повторюсь. Едем на студию «Россия-1». Эфир, передача наша. Ну, вы увидите. Приехал Геннадий Борисович. Это уже увидели. Хорошая встреча была. Поговорили, пообщались. Сейчас покормим, собираемся, едем на передачу. Дорогие друзья, нас об этом очень простили как гостей, как друзей Геннадия Борисовича. Благодаря вам, вашей настойчивости, вы рассказали про Донецкий зоопарк. С этого все и началось на стриме, если вы помните. Знаете, когда ты на Ютубе снимаешь свою жизнь, это одно дело. Когда тебя приглашают, как-то непривыкший человек, он как-то так не то что остерегается, а осторожничает. Но ко мне так подошла Оксана, что, мол, помощь Геннадию Борисовичу, ради Геннадия Борисовича. Но ради Геннадия Борисовича мы готовы на все и на много. Не на все, а на много, как говорится. Поэтому мы едем. Интересно тоже будет пообщаться, познакомиться с приятными людьми. Сейчас. Красавица. Да, Тима, я девочка, ты не ругайся на меня. Что вы все кидаетесь на меня? Бананчик, кто будет вкусно есть?
кто будет бананчик вкусно есть. Тося, доброе утро. Как она поспала, дорогие друзья. Вы даже не представляете. Ни грамму запаха. Не запашит. Ничего такого не делает. Искупанная, чистенькая. Девочка прям выспалась, выспалась. Давай, солнышко, кушай, а мы пойдем готовиться к выезду. Вот она, посмотрите. Вот она. Ой, не хотят, так не хотят. Но мы покормили ее. Конечно, сытая, искупанная. Маэстро, опусти его, пожалуйста. Они одного даже цвета. Пусти, посмотрим. Как... Пусть она лучше здесь назапахует, как я говорю. Назапашит, чем... Посмотрите реакцию самурая. Они почти одного цвета. Посмотрите, он... Вот, она так. Пусть она лучше. Вот так. О, сейчас запах пойдет. Смотрите, хвост подняла, видите? И сейчас прям пойдет запах и запах. Так, самурайка смотрит, не может понять. Ух ты! Ух ты! Она такой, ты представляешь, маэстро? Смотри, что она творит. Конечно, она боится. Ну, маэстро, пусть лучше здесь боится, чем сейчас она в машине нам устроит праздник жизни. Самуха! Самуха! Посмотри, вы почти одним цветом. Посмотрите, посмотрите. Самурай тоже скунс, он тоже хвост поднял. Даже не цапнул его. Кто, он? Замур. Самурай? Нет. Посмотри, как она стала, вот она теперь. Принцесса. То теперь я узнаю. Ух ты, посмотри на этого колобка. Все, пошли. Что, запаха нет? А вот они вот так на видеороликах мне скидывали, девочки, с обсуждаловки, что она вот так назад прыгает, прыгает, и типа атаку, и хвост подняла. Если он сейчас нападет, она даст газовую атаку. Иди сюда. Все, Самоха, хватит. Самоха, иди сюда. Дорогие Ходи, друзья, мы... Быстро. Гуляй, не хочет. Ну, гулять. Давай. Быстро гулять. Быстро, Самошка. Смотрите. Самурай. Не хочет выходить. Быстро на улице. Ну, быстро на улице, сказали. Гулять быстро. Все. Дорогие друзья, таким образом мы знакомим, чтобы она не стрессовала, потому что сейчас борзые будут, борзые более игривые, чем самурай. Вы просто не представляете, что за газовая атака происходит в Москве. Это просто невозможно, чтобы вы понимали ехать. Мы люди такие, да, мастер, ко всему быстро привыкаем, ко всем разным запахам. Да, пойдем мы тогда готовиться, и она пусть кушает. Все, дорогие друзья, мы выезжаем. Дорогие друзья, мы выезжаем. Сейчас нам необходимо познакомить ее с борзыми, чтобы в машине, она, потому что когда что-то боится, получает стресс, она поднимает хвост и начинается газовая атака. Сейчас мы идем эту королевну. Все помыли, почистили и клетку, все возможно ее. Пойдем быстрее, чтобы не замерзла. Сейчас я зайду к борзым, посмотрю, как борзые отреагируют, привыкнут. Ох ты, как скользко, маэстро. Все, отмыли ее полностью. Девочка сейчас так вкусно пахнет. Скунс пахнет вкусно. Да. Так, борзы, место, борзые, место. Их тоже покупали. Сидеть, леди. Лордик, чуть-чуть. Стоп, не подходим ко мне. Все, успокоились. Маэстро, заходи. Вот эти коврики в Леруа покупаются, кому нужно. Ради бога, покупаем. Все, успокоились. Тихо. Так, тише. Тише. Давай ее на коврик положи, маэстро, чтобы четко было видно. Иди сюда. Нет. О, она свое дело сделала, Ювеналь. Видишь, вот здесь. Ну да. А если мы бы сейчас машину занесли, этот весь запах был бы в машине. Нельзя, леди. Надо. Это донецкая леди тоже. Да, это землячка, кстати, донецкие собрались. Маэстро, возьми пакетик, пожалуйста, уберем, чтобы она не затоптала там. Она покушала и сходила. Пакетик. И надо пакеты, кстати, взять тоже. Мало ли. Так, нормально реагируют наши красавчики. Тося тоже нормально реагирует. Ну, поела, сходила в туалет. Это нормальное явление. Может быть, даже еще от страха. Сейчас я все уберу. Смотрите, как они смотрят. Ну все, дорогие друзья, некогда снимать, нам надо выезжать. Дорогие друзья, посмотрите, как они узнали землячку. Пришли, присели рядом с ней. Вот, смотрите, лордик ее охраняет. Землячка приехала с Донецка. Ну все, дорогие друзья, мы в позже путь. Что будет дальше, мы не в курсе. Никаким сценарием не готовились, ничего не делали. Так что наблюдайте вместе с нами. Мы поехали. Ну что, маэстро, машину их тогда, да? И поехали. Молодец, леди, давай кататься едем. Кататься едем, леди, молодец. Кататься, да? Надо было вкусняшку закинуть туда. Дорогие друзья, сами хотим приучить, чтобы сами. Давай, лорд, а скунс там, Ювеналь. Надо помочь им. Сейчас орать, визжать будет.
Давай, моя девочка. Ой, ты как ее нежно на руках. Ай, молодец, леди. Ай, молодец. Лордик, лордик, иди. Еще я ее придержу. Все, мастер, ты лордика бери. Вон скунс сидит в клетке. Так, ждем. В свою машину. Они думают, кто у нас в машине там, а? Все, закрываем. Да, закрываем, маэстро. Хвосты убирайте. Все, добрый путь, маэстро. Богов. Не закрыл. Нет, именно не закрыл они. Все, поехали. Ну, как там они все? Да не, вроде нормально они. Землячка, они не трогают, видишь, не гавкают. Они и так где хорошо она? Вели себя. Вот так, так они сразу увидели землячку, они же поняли. Да, посмотрите, как лорд рядом лежит с ней. Или вообще... Не отличать. Да, может лорд думает, это самурай, маэстро? Да, он думает, самурай. Мне кажется, он думает, что это самурай едет с нами. Вы заметили самурай утром, как вертелся, крутился? А, у нас же охотник-самурай, у нас охотников нет, кроме самурая. Самурай-охотник. Так, где она? Вот она здесь. Вот она сидит вот здесь. О, борзы, как разлеглись, как они любят кататься. Они думают, кто в их машине, а кто такая. Покормили, покупали, сходила в туалет. Все как положено. Принцесса. Она у нас принцесса, да? Да. Принцесса Тося. Я говорю, принцесса, леди. Леди? Ай, ты моя красавица. Посмотри, в окно смотрит. Земля в иллюминаторе. Ой, ты, господи, ой, ты, куколка моя, искупанные, все искупанные, чистенькие, в машине такой приятный запах, все как надо. Ну что, встреча с Геннадием Борисовичем, ну что, покажи им, маэстро, его питомцев, которые. Не-не, дай я открою. Подождите, я возьму их. Поводки возьми. Геннадий Борисович, интересно, узнаете вы их? Ну вы-то смотрите, ладно, ролики, понятно, что по роликам узнаете, а так вживую. Живу. Сейчас мы их. Так, не выходим. Нет, ждать. Дети, ждем. Ну как, Геннадий Борисович? Слов нет, да? У меня нет слов из-за того, что они попали хорошие людям, хорошие спасибо руки. Спасибо большое вам, спасибо большое. Да. Ну только одно только что, не белка, не стрелка. Ну вы называете белка и стрелка. Посмотрите, как они, посмотрите, как они, посмотрите. Донбассом пахнет, нет? Пахнет, пахнет, нет. Этот запах мой не... Это остался на всю жизнь. Геннадий Борисович про скунса забыл. Выходим? Выходим. Ай, молодцы. Мой скунс пока там отдыхает. Привет. Как она? Давидка, привет, дорогой, привет, родная. Ты не замерзнешь? Да нет. Ну как вам? Дай одна, дай леди Геннадий Борис, стрелку дай, стрелку. Дорогие друзья, мы приехали вот сюда, что будет здесь, потом попозже узнаете. Давидик, ну как тебе? Сейчас я открою ювеналь. Да это капец, они такие маленькие были, сейчас такие большие. Стрелочка, да? Да. Олег Сергеевич. Да я вас слышу. Это, значит, у нас московская борзая, стрелка все равно. Московская борзая, стрелка, да? Да. Мас, все, это как скажете? Для, для Донбасса. Все, как скажете, Геннадий Борисович, да. Как скажете. Я вам не могу. До Москвы. Лорд и леди. Да. Не надо, Ювеналь, они же все равно выгулены сейчас. Так, я... На, возьми этот. Все там забрал. Дорогие друзья, мы заходим. Дружная компания, вот женщины подходят, фотографируют. Заходим, дорогу зеленую. Заходим вот в это здание. Так, пропустите нас? А как нам с собаками пройти? Сюда. Я уже понял, что туда. Всем здравствуйте. Так, аккуратно, аккуратно. Давид, ты сам прошел, а собаку мою оставил. Проводи ее, проводи. Вот. Это кто? Налево. Лорд или леди? Это леди. Леди. Красивая. А это лорд. А это, да, это... Господи, какой ты красавец. Вы влюбились. А как вас зовут? Катя. Очень приятно, Катя, меня Олег. Маэстро, проходите. Здравствуйте. Проходите сюда. И налево. Ищем наркотики. Все, ищем. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Так, вот сюда, гостевая комната. Оксаночка, здравствуйте. Здравствуйте. Вот этот человек, с кем я 3 дня общался. Вы потом поймете, о чем общались, как общались. Так,
Вы Алла. Так точно. Здравия желаю. Здравствуйте. Олег. Очень приятно. Наслышан о вас. Так, маэстро, давайте сюда. Так, дорогие друзья, мы отключаемся. Здравствуйте. Мы отключаемся, расположимся и потом подключимся. Дорогие. Уже, да. Дорогие друзья, вот все здесь. Вот орел, однокрылый. Однокрылый, правильно? Да, да, да. Однокрылый орел. Тоже приехал. С Донбасса же он. Надо мне большую собачку. Да, Донбасса. По поводу собачек мы с вами, Оксана, обязательно поговорим. Мы вам порекомендуем какую собачку. У меня пшеничный терьер. Пшеничный терьер? Все, понял. Да. Так, сейчас располагаемся. Так, они с орлом, что ли, так ругаются? Так, Татьяночка. О, Оксаночка, прошу прощения, покажите, где моя, чтобы... У меня свой зритель есть, он очень, я ему доверяю, и они мне доверяют, поэтому хочу показать. Это гримерка. Вот здесь он, кстати, Дмитрий, гримерка. Ют – это ведущая, и Дмитрий Харатян – это ведущий, да? А здесь он будет гримировать. Где нас будет? А это наша гримерка? А что мне, я такой страшный, да? Нет, он все равно же. Ради света? Для телевидения. Так, вы скажите, пожалуйста, где мы, чтобы люди понимали. Канал Россия 1, да? Канал Россия 1, снимаем очень много проектов, продакшн уже лет 30, да? Нет, 17. 18. Нет, я здесь 17, 18. Спасибо, моя ровесница, мне тоже 18. Все известные проекты тут снимают. Да, а ну покажите нам, пока никого никто не видит. Так, вот так. Мы вас в кафе можем завести. В кафе не надо, а то зритель подумает, я, дорогие друзья, пока никого нету, редактор, ой, какие красивые все здесь люди, здравствуйте, здравствуйте, я для своего зрителя, зафиксировать надо обязательно, гримерная, наш гримерный, дорогие друзья, я никогда в жизни не гримировался, посмотрите, какая тут красота, это кафе, всем приятного аппетита. Люди кушают, я не знаю, но, дорогие друзья, посмотрите, как лорд подошел. Вернее, шеф-редактор подошел к лорду. Смотрите, у них какая любовь. Посмотрите, что здесь все творится. Это знаете, кто это наш лучший шеф-редактор? Да, это мне начальница. Это ваша начальница? Да, самая... То есть на данный момент и моя начальница получается, да, да, то, что я здесь нахожусь? Такая девушка. Строго. Так, аккуратно, так, у меня подписчицы могут на вас накинуться. Смотрите, аккуратно. Дорогие друзья, посмотрите, как они себя ведут. Я тебе верну, возрастила всех этих. Короче, их надо переодеть. Нам покушать приготовить. Как девочки. Почему зрителю, расскажите, пожалуйста, профессионалы, почему зрителю интересно смотреть за кулисами, что происходит? Потому что это внутреннее. Скажите, дорогой шеф наш, почему внутреннее это? Потому что это всегда интересно то, что скрыто. Так, то есть я, смотрите, я дилетант. Недавно. Вы меня же обучите, как правильно монтажировать, как все это правильно снимать. Ну, мы подумаем. Ах, вы какие! Я-то вас не думал, на ваше предложение сразу согласился. А ты видела, как хочу? Так, дорогие друзья, очень комфортно, удобно, добрые люди, положительные люди. Звезды в шоке. Звезда лежит одна, посмотрите на эту красавицу. Папин дом, мамина хата лежит. Дорогие друзья, посмотрите, куда меня привели. Каким красивым дамам. Что они сейчас будут делать, я не знаю. Это обязательно, да? Конечно. Процедура. А как же? Так, куда, кому мне? Ну, вам? Как вас зовут? Вы так только не чуть-чуть, хорошо? Чтобы... Вот эту черную линию потом пересекаете и проходите. Давайте я пофиксирую. Проходите, Геннадий Борисович. Проходите, чтобы наглядно было все видно. Это все. У нас диван один. Это у нас диван 2. Геннадий Борисович, вы пойдете на первый диван. Да. То проходите, вы можете пройти. Вы будете сидеть ведущие, вы садитесь на диван, что не здоровье с ведущими, не бегаем, не обнимаемся, не здороваемся с дивана, только да. Вы ну, тут садитесь. То есть рукопожатия нет, вы имеете в виду, просто поздороваться и все, словесно. Ну да, без да. внимания. Да. Без внимания. Так, дорогие друзья, я вам покажу, что и как здесь делается, но не буду говорить, о чем пойдет речь. Это нельзя оглашать. Я и так вам то, что показал. Да, я понял, второй. Я и так здесь то, что для вас снимаю, этого не разрешают, но нам запрещать нельзя. Вот всем показывают, кто куда садится. Футболки такие. Это шарик. О! Смотрите, сколько народу работает на одной передаче. Да.
Ювеналь, да. Геннадий Борисович, я под такое не подписывался. Вот вы мне устроили, а, Геннадий Борисович? Ладно, ладно, запомним все это дело. Да, Игорь? Он может. А, Геннадий Борисович, да, меня подколол. Грим и шмит. Заберем камеру и дадим. Все, все, все. Это не камера. Это была лайка у меня. Дорогие друзья, можно начать деньги здесь зарабатывать. По 100 долларов за фотографию, видите? Это Москва. Девушка надета как леди, или вернее леди. А вторая черно-белая девушка, видите, как прям все гармонично. Сколько красивых дам здесь. Знаете, что здесь творится? А, Геннадий Борисович, что-то вы мне недорассказали, по-моему, а, Геннадий Борисович? Что-то мы с вами потом поговорим. Спасибо. Знаете, какая красота. Знаете, у нас звезды какие-то. У нас здесь леди-звезда. Две звезды. Вы чем-то похожи, честно говоря. Я извиняюсь за такое сравнение. Да, леди с леди идет. Левел 90, да? Вот, вот, все, давайте я сейчас ему... Дорогие друзья, что мы с маэстро прощаемся. Его забрали на телеканал. Ему уже дали маечку. Юнар, повернись, пожалуйста, посмотрим, что у тебя сзади написано. Наши. Нам надо такие же маечки сделать и написать свои. Да? А? Наши или же не можем делать. Да. Или не чужие. Все, забираете, да, помощника моего? Нет, пока. А что майку надели на него сразу? А чтобы заранее все было готово. Потому что сейчас уже все пойдет. Это вот так и начинается. В режиме реального времени. Ну что, маэстро звезда? Разве беру, значит, на телеканал. Так, я вот так покажу, что начинается. Сейчас здрасте скажу. А мы со мной их не услышим. Как это, как воробей. Вот. Мы готовимся к выходу. Сейчас наш выход. Ждите, ожидайте. Дорогие друзья, все закончилось. Выходим. Кого-то брать. Пойдемте. Красавица моя, молодцы. Дорогие друзья, как уже вы поняли, мы были на передаче. На передаче, на которую нас пригласили как друзей Геннадия Борисовича, как меценатам. Все это благодаря вам, подписчикам, которые переживали за этот зоопарк, которые нам подсказали. Но Геннадий Борисович из телеканала звонили несколько раз, просили. Не любители мы этого всего, но отказать Геннадию Борисовичу не смогли. И шикарный персонал работает и на канале «Россия-1». Им тоже не смогли отказать, поэтому поучаствовали. Я надеюсь, что эта передача поможет зоопарку тоже, потому что, сами понимаете, зоопарк в каком состоянии. Но я максимально заснял с юмором, с шутками. И эфир выйдет 28 декабря на канале «Россия-1». Я еще напишу, но потому что вы будете интересоваться, когда будет эфир, я поэтому назвал 28 декабря 2023 год. Это новогодний эфир получается, последний эфир в этом году. То есть решили они сделать так, продюсеры или режиссеры, кто там у них главнокомандующий, решили сделать так, что это будет эфир крайний в этом году, последний, новогодний. Так что смотрите. 28 декабря, я еще скажу, не помню время, я думаю, посмотрите. Передача называется, на канале «Россия-1» называется «Наши». Это все увидели. Всем огромное спасибо за внимание. Мы поехали домой кормить наших питомцев, выгуливать наших питомцев. Удачи, спасибо.